Всем привет! Автомобильная мойка Хютер V195 Pro. Буду производить вторую замену масла. Снимаем быстросъем шланг. Здесь откручиваем шланг от пистолета. Убираем это подальше, чтобы не мешало. Шланг убираем. Откручиваем также фильтр. Снимаем аккуратно фильтр. Снимаем здесь держатель. То есть сюда вешается провод. Здесь вот подставка для пистолета. Ее тоже снимаем. Теперь с обратной стороны мойки откручиваются все шурупы. Не трогаем только шуруп, который находится на ручке. Здесь вот два шурупа на этих находятся. Снимаем крышку заднюю. Достаем двигатель. И нам нужно открутить вот эти 4 болта под шестигранник. Открутили 4 болта. Снимаем теперь верхнюю часть. Сливаем. Уровень масла, здесь вот есть такой бортик. Вот он. Я вот наливаю именно по этот бортик. Ставлю подшипник на место. Масло заливайте специально предназначенное для мойки. Замена масла произведена. Собираем мойку в обратном порядке. Идем пробовать. В целом я доволен, как мойка работает, как давление воды отличное, пена распыляется хорошо. Всем удачи и до скорых видео.